Так, что ж, всех приветствую. Кто будет смотреть данный видеоряд? Сегодня продолжаем потеть на отметку. Вот, и по ходу пьесы фармить блосики. Вот. Будем играть максимально эффективно. Дабы, так сказать, не просаживать. И до того не слишком лучшую статку. Будем играть на шпике и на ЛТ. На шпике и на примах. Вот. Так. Этих у меня... Боны покупаются, вот это вот печаль. Так. Ладно, не буду использовать инструкции. У меня, в принципе, маскировка трохи не докачана. Но это поправимо. Сейчас с помощью резервов докачаем экипаж. Так, это я не буду врубать. В целом, вчера рандом был позитивным. За 25 боев. А более, скажем так, удалось на 70% побед выйти. За счет спокойствия и неторопливости в принятии решений. И в понимании ситуации. Сегодня, надеюсь, так же будет. Так, я один светляк. У врагов ЕБР. Будем надеяться, что мне получится его переиграть. Опять же повторюсь, будем надеяться, потому что сумасшедшее колесует.
Добавлю вот как-то здесь, хотя добавлю особо мощно. Команда прекрасных игроков, просто лучших. Господи, конченые. Опять же повторюсь, я тут вообще не виноват, ни в чем не виноват. Знак с моей позиции, с центра, как бы я сделал все правильно. От того, что у нас тяжело умудрились сдохнуть. Но тут никто не застрахован от этого. Т-30 на... Я угораю с этого Т-30. Он простоял весь бой на базе и даже не подумал поехать помочь союзникам. Понятно, 130. Поэтому он и стоял на базе весь бой. Это что, бот какой-то, что ли? Ну, Т-30 максимально конченый. С2 там всех перехлопал и тортоис. Вот и все. Соковский ваншот, наверное, походу у меня в него может блайн залетел. Я это не точно. Не. Руса я даже не попал. Ну и Бэрон на жопу сгорел, он вышел. Okay.
так вот. За прошлые 25 боев, если не считать этот, у меня динамика была 57%. Даже лучше. В таком вот формате я закончил играть. Это сбрасываем. Тоже сбрасываем. А вот, ну, в целом, что хочу сказать. Рандом нынче бешеный. И под него надо подстраиваться максимально. То есть держать в голове мысль о том, что возможно придется катку затаскивать. Это не точно, но мало. Маловероятно, но в целом всегда может быть придется. Поэтому стараться играть предельно аккуратно и внимательно. И только в том случае можно будет отыграть на результат. Неважно, на какой технике отыгрывать, на ЛТ, на СТ, на ПТ, на ТТ, но максимально, максимально эффективно. Тут плюс у меня еще задача такая стоит: засветить полкоманды противника, оставаясь незасвеченным за света противника. И когда ты упарываешься именно в суть ЛБЗ, у тебя ничего не получается. Еще одна кончелужная карта, где полкоманды будет стоять на базе, ничего не будет делать. Первые. Зарядим фугасик первым снарядом. Мало ли получится на прокатке ему борт дать. Бой начинается. Мало ли. Оттолок один.
Так, это тайгер имба. Имбовая. Имба, имбовая. Ну, вот так вот как-то. Аккуратно, неторопливо, не спеша. Тут как бы карта маленькая. Всего лишь 800 метров. Светить как бы особо некому. Все друг другу сами светят. Поэтому тут больше на стрелу, нежели на света. Как-то так. Так, Вестфилд. Опять по одной ЛТ в команде. С девятками. ЛТГшечка. ЗСТ у них вчера футур. КСК. 274. Леос Т-43. И ЛТГ, соответственно. Чем ближе к третьей отметке, бой начинается. Тем повышается суммарный урон. Так, местышки вроде едут.
понял. Я вас понял. Смысл подражать. Нет, 2 ПТ. Т-103. Я подставлю под 274 и супер халка, да. Поэтому тут надо пока немножко обождать. Этот горит. Плотненько. Вот. Как-то так. Главное, не спешите. Останься я на той же позиции, где я с ЛТГ пересекся. И стараясь отбить эту позицию, я просто сдох бы, учитывая то, что там СТшка собиралась прожимать вперед. Вот. Я сделал правильный
правильное решение. Сместиться немного назад и зайти с другой стороны. Вот. Тем самым как бы просветив дополнительно еще два танка, дав инфу по ним. Союзники увидели, начали тоже с центра поддавливать. И это тем самым, ну, 15-0, в принципе, если учитывать, как отыграла команда противника, это просто довольно редкий случай, потому что иногда противники сопротивляются. Так, тут уже 3 ЛТ, восьмерки, странный баланс, а, нет, сори, я забыл, что я на семерке. Противников взвод ЕЛК 77 барабанщик, у нас 71 я, ЕЛК, у них ЕЛК, 13.75 и сета. Живой! КЗ, как тут сейчас отыгрывает? Пока просто встать на позицию для подсвета, а там посмотрим. Меня беспокоит, что на эту сторону никто не едет, да. Thank you.
если честно, ничего не понятно. Далее мы двигаться с мыслями. Это с той стороны. И вот, скорее всего, тут же. Ага, ну вон она едет. Пока она переезжает, можно занять вот этот кусок. Неломанная елочка. Ой, поедем елочку угомоним. У меня хп побольше. А, он 77 вместе. Блин. Просила отметка. То, что не на стрелу, не на света, блин. Когда стрел-то, это, конечно, печаль, беда вообще полная. От тебя тут уже как бы от одного ничего не зависит. К сожалению. Елочки сказать. Мелки. Я один. О. Потенциально это можно сказать, что как бы неплохо, но
учитывая сетап и рассвет по команде, ну, скажем так, 50 на 50. Если первые 5-6 минут удастся убить Кинг Тайгера и Вазика в противоположной команде, то может быть это будет победа. Если не удастся, бой то начинается. Это слив. По поводу меня, ну, Леопард барабанный. Это совсем не гуд для меня. Скажем так. Сюда никто не едет, это печаль большая. Потому что мне придется здесь этому отыгрывать. Ну, два дебила стали на ПТшках. Богу, карта и стоят, дрочат. Ой, бог ты мой. Где-то что-то... Блин. О, вот, пожалуйста. Ну понятно. Ой, господи, блять. Команда долбоёбов, блять. Просто команда долбоёбов, блять. Вот это ПТС. Я тебя прикрою. Ah.
Ставлю в дев, блять. Дебилы, сука. Вместо того, чтобы, блять. Ну, хрен его знает. С одной стороны, может правильно, может неправильно. Не буду. А, вот просто. Вот, пожалуйста. Ехала фульная 34. Ой, бог ты мой, блядь. Эти двое живы, в принципе, как я и говорил. Ой, сука. Командир контужен, видимо, снижена. Не, на пятокровнях я лучше играть не буду. Здесь полный пиздец. Если на 7-8 можно что-то еще сделать, то на пятых нет. С утра. 1 ноября. Так. Там надо немножко пофармить. Пофармить, пофармить. Возьмем рогу. А, на рогу давненько не катал. Пу-пу-пу-пу-пу. Дальность связи у меня здесь хреновая. Слово совсем. Ну да ладно. Не знаю, почему такая ерунда у эстышек. Итальянских. Но у них почему-то у всех радиус рации у всех маленький. Просто максимально у всех маленький. О, шестерочки. Это хорошо.
зелень, грубо говоря, на поле. Основные противники будут там у нас. Туда приедет Першинг. Приборочек мы тоже заедем, попробуем по центру кидать, если кто-нибудь на центре подставится. Хотя может не факт. Опля. Першинг едет сюда. Это у нас все. Так, ну. Он, по идее, сам. Живность. Так, ну полтинник живу.
есть такое дело. Ничего себе, ксур у них уже на базе. У меня на центре помог. Так. Пентайгер там задоминировал. Желтышку нашу. О, арпочка перезает. Ай, блядь, тупой Довин, сука. Сори, блядь. Ну вот. Две 400, два фрага. В принципе, неплохо. Вот этот аппарат еще неплохой. С пробитием, с нормальным, с альфой. В принципе, нормальный. Лобовая броня для своего уровня прекрасная. А, лючок поцелуй. Пацан отметку берет. Ага, нормально. Надо будет вот этот выкупить, да, покатать. Плохой аппарат. Целом аппарат неплохой. Два по опыту еще. Прекрасно. А у нас тайпик выжил, кстати. А что он сделал? 45 выстрелов. Охренеть. 300 на света. И 600 урона. Интересно, Женя, сколько у тебя это? Да. Парню не повезло. То ли с мозгами, то ли... Скорее всего, что... С мозгами, потому что... Чё тут тайпа? 115 на 120... 128 на 115. Он, по идее, особо и не светил так-то нигде. Понимаю, что он кемперил, он из засады кидал непонятно куда. Вот. Ну, блин, 41 выстрел сделать и нанести всего лишь 500 урона, ну, блин, такое себе. Если честно. Так, сколько я фарманул за бой? Ни о чем, по-моему. А 30 тысяч. Это без према, блин. Премом было бы больше, но мы люди не гордые. Без према можем покатать. Вот опять-таки 5 каток. 80% побед. Бирюзовый 8. А. Так, девяточки. Тут, блин, я опять забыл под калибров зарядить. Хотя бы пару барабанов. Надеяться, что
получается фазу Т10 я не увижу. Л6-3 такой себе. Тут Пантера 8-8, 44 и все остальное ПТ. Это просто жопа. Бой начинается. Жопа. 230-х, Асуха стерва. Скорпион. Ну, кого я 44 могу встретить ЛТшку? ХЗ. Ваши среди могут рашить пойдет по первой линии. Это 100%. Сюда у нас Шкода едет, скорп едет на кемпу. Хорошо, что может на кемпу встать. Подсказывает. Так. Так, он, блядь, прокатился и укатился. Интересно, далеко ли мы долбили? Непонятно. Но замок пустой. Можно сюда попробовать кого-нибудь популять.
нахуй иди, долбоёб. Стреляет, блядь. Так. Там фаза, да? К сожалению, могу только светить. С этой стороны использовать, окей. В принципе, этого следовало ожидать, что он с центра попробует.
нахуй, дебил. Иди нахуй, уебище, блядь. Ну и чё я? Ой, господи. Тычет меня, едет, свети, блядь, ебать. ПТшка, блядь, с альфой 800, нахуй, блядь, на центре за камнем стоит, блядь. Они, блядь, высветить боятся, нахуй. Тычет мне, едет, свети, блядь. Я, нахуй, на 800 не собираюсь отхватывать, если вы, блядь, такие тупые, блядь. Ебланы, блядь. Не суху сбрили, все, поехал, просветил, вопросов нет. Так, ну вот, как-то так. Такие вот небольшие короткие бои. По итогу 6 боев, 5 побед, у фиолет. Многие зададутся вопросом, типа, если ты так разумно
размышляешь, играешь аккуратно, почему у тебя такая раковая статка, отвечу просто. В течение 20 тысяч боев первых я играл как рак. Мне неведомо было. Даже не 20, пускай там где-то 1018-19, это 100%. Я играл, не знаю, что такое экипаж, что такое перки, как правильно ставить оборудку и все в этом плане. Все в этом роде. Ну а потом, когда уже начал постепенно уникать, то, соответственно, играл так, как играю. Потом, когда понял, уже продолжал играть на пофигизме. То есть, как большинство игроков в этой игре. Вот. Ну а теперь стараемся вытаскивать свою раковую Нину. Хотя бы до желтого детского поносного цвета. Самое главное не спешить, не торопиться, понимать, кого ты можешь увидеть, где кого не можешь, оценивать свои шансы. Ты отыгрывать более-менее адекватно. Так, а что это за крендель-то был у меня в команде? Такой наглый. А, ну, 54 тысячи боев, 50% побед. Почти косарь боев, и у чувака 1700 средухи на десятки. За косарь боев. Тут 1900. Зато на арте 1700. На мало сидушка. На 100-200. Леопард 1900. Епис 1800. А это старый. А, это когда аккаунт, наверное. 2012 года. Ну, скорее всего, что слабая выживаемость 37%. Хотя попадание выше даже, чем у меня. Средний урон 1200. Максимальный урон на, а и то на вафле, на вафле 108 300. То есть чувак играет на свои средние показатели. Вот этот крендель мне тыкал есть сети клоун тупой. Ну и ладно, не будем огорчаться на больных. Ввиду того, что им все равно плевать. Так. Совершить 7 критов. Так, кстати. А что я там? А, 75 тысяч бон получил еще. Так. Нормально. Получается, в этом бою я 75 тысяч бон взял, да? 75 тысяч мне за этот бой дали, да? А нет, значит в прошлом бою. Ну ладно, поехали дальше. Интересная цифра свободки 16 660.
еще 6, и будет вообще прекрасно. Ой, да. Так, вот тут фу восьмерки. Если кого-то подловим, будет классно. Ой, господи, трубач. Трубачи у нас еще никто не отменял. Ой, как ни странно.
никто не отменял. Что ж, всем спасибо и до новых встреч.